Мне кажется, что я родился для того, чтобы давать людям разные мысли и помогать им. И этот трек специально для тех, кто нуждается в помощи. Да пребудет с тобой сила. Но не дай себе остановиться, даже когда нет сил и тревожит мысли. Знай, старик, иначе не могло случиться. Время бежит, и нехрен на себя тут злиться. Ты жив, пока едет как-то колесница. Колеса вертятся, и истина за гранью смысла. Жизнь одна, качество в ней по духу ценят. Как бы не было серо, ты все равно бесценен. Благодари небо за перемены, вселенная дать шанс. Ты только потребуй, и нет меры и грани. С той стороны, там бесконечная мгла, и в центре круга мы. Нечто из ничего, мудрое, бессердечное, цельное, первая и последняя сцена. Чистая наука, как этот звук до тебя, точка вещаний, город Петербург. Я верю тому, что вижу своими глазами, и действую не просто так, а думаю в чистом сознании. Потом даю силы моим пульсам, это мотивация, настройки с ним на канал. Нет никого, кроме него, и это не мантра, а помощь от корня, что вернется их обратно туда, к родному дому, где все как братья, где любовь, питание, слово, а законы восприятия. И тогда будет легко, и не будет войн, тогда любовь сможет зайти в отчий дом. Мир перестанет бояться за детей, просто будем жить, свести каждый день, и на земле не будет больше катаклизмов. Давай начнем просто с этой мысли, воистину, ведь кризис значит рождение. Вместе мы сила, последнее поколение. Последнее поколение стоит на коленях, не хватает терпения, вокруг меня только есть яд. Последнее поколение, не хватает нам всем терпения. Если сделать шаг, то я увижу твой знак. Послушай.